Вспотели с холодильника, прям только-только свежайшие. Друзья, всех рад приветствовать на канале CheckFood. Сегодня попробую новые пиццы, которые появились в Чижике. Вот такие в Чижике теперь пиццы. Торговая марка Zotman Pizza. Классик, 4 сыра и пепперони, как в пиццерии. В Чижике были такие же пиццы с такой же начинкой. Тоже были пепперони с колбасой, были 4 сыра. Вес 340 граммов, диаметр 26. И это тоже 340 граммов. Предыдущие чижиковские пиццы весили 440 граммов. То есть каждая на 100 граммов была больше, тяжелее. Каждая стоит по 249 рублей. Эти пиццы дороже, чем прошлые. Те пиццы стоили 140 рублей, 139. Чебуреки мы уже попробовали новые, мне они не понравились. Они тоже дороже, меньше и менее вкусные, чем те чебуреки, которые были раньше в Чижике. Давайте изучать первую 4 сыра. Упаковка более лаконичная, чем предыдущая была. Там была она яркая, красочная. Это такая вот желтенькая, с надписями, простой шрифт. Написано, что новая, круглая, хит. Как в пиццерии, классическая на тонком тесте. Нам сразу здесь предлагают только один вариант разогрева, это в духовке. 210 градусов, кладем на решетку, либо на противень и выпекаем в течение 7-9 минут. Греть в духовке мне нравится больше. Я скажу, что там получается пицца вкуснее. Я и прошлую чижиковскую пробовал готовить и в микроволновке, и в духовке. И в микроволновке она получается очень влажная, резиновая. А в духовочке прям вот, ну, получше. Прям вот, ну, почти похоже на ту, которая из печки. Посмотрим состав. Бам! Тут будет целая книжка в составе. Смотрите, полуфабрикат, хлебобулочный, замороженный, классическая пицца. Я вам оставлю, может на паузу поставить, почитать. Кто у нас изготовитель? Изготовитель ООО «Зотман-Хорика», Москва. Так, здесь моцарелла. Есть тут у нас заменитель молочного жира, рафинированные дезодорированные растительные масла, пальмовые, фракции соевые. Уже не очень хорошо. Пальмовое масло есть. Соус сырный, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии мягкого сыра. То есть получается моцарелла, сырный чеддер и сыр с плесенью. Вот эти 4 сыра. Ну что, смотрите, прям коробочка, как в настоящей пиццерии. Прям доставка приезжает, открываешь. Опа, а тут пицца. Сыр с плесенью, кусочки чеддера, моцарелла. Где моцарелла? Это на моцарелла. Выглядит неплохо. Получше, чем предыдущая пицца. Сколько там должно быть? 340. А на весах 378. Ну, нормально. Больше по внешнему виду похож на лаваш, на лепешку тандырную. Тонкость теста мы оценим, когда ее будем резать. И 9 минут. Выглядит неплохо. По крайней мере, да. Лучше, чем вот предыдущая пицца. Пахнет приятно. Сыром. Тесто чувствуется, очень аппетитно пахнет. Ой, мне нравится, мне нравится. Если, конечно, не смотреть на состав, который там такой довольно богатый и дофига чего добавлено, в том числе и пальмовое масло. Хотя какая готовая еда без таких добавок? Люди, которые ругают готовую еду, говорят, что это все химия. Готовая еда магазина, она не может быть супер полезной. Готовьте сами. Это для тех, кому лень. Но по внешнему виду вполне нормально. Я бы поставил 5. И за внешний вид 5, за запах 5. Сейчас попробуем. Я бы не сказал, что тесто слишком тонкое, но оно очень-очень пышное, очень воздушное. Это тесто намного интереснее, чем предыдущая пицца была у Чижики. Кожицу хрустит. Неплохо, неплохо. Действительно хорошее и по вкусу. Вот очень вкусное тесто, чем-то похоже на чиабату. Если мы даже заказываем пиццу в доставке, ну откуда вы знаете, что они вам тоже положат в доставке? Они тоже будут напихать туда пальмового масла, использовать дешевые продукты. Проверенные на 100%, это только приготовленные собственными руками. И то... Вы будете использовать ингредиенты, муку, колбасу, там сыр. И в качестве этих ингредиентов вы тоже не можете быть уверенными. Это чтобы вообще быть уверенным, да, и есть натурально, надо все производить. И муку свою, и сыры, Да, либо каких-то людей искать, проверенных совсем. Но опять же, даже участников, многие, я покупаю молоко, сметану участника. Так откуда знаете, какая корова, чем она болеет, моет ли он ей вымя? Все это ерунда, блин, болтовня. И вы живете в современном мире, в котором еда может быть не полезна. Это надо понять как данность и пытаться эту неполезность минимизировать. А то некоторые орут о том, что они не едят пальму, а потом они жрут кондитерку. 250 рублей... Ну и за 250 тоже неплохо, учитывая сейчас, сколько стоит пицца тоже в доставках. Вот, поэтому по всем позициям поставлю пятерку. В отличие от чижиковских чебуреков, пицца в этот раз, она, конечно, получше. Да, но подороже, поменьше, но и по потребительским качествам она выше, чем прошлая. Попробуем теперь пепперони. Также греем. Тот же вес, та же стоимость. Состав посмотрим. У меня, смотрю, в свинине соевый белок есть, пепперони, сырокопченая свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль поваренная пищевая, специи, экстракты перца, экстракты паприки. Вскрываем. Слушайте, а мне вот понравились вот эти, конечно, коробочки, похожие на доставку, очень удобно. Разогрел, кому-нибудь отнес. Такое же тесто, да, но дрожжевое, пепперони, колбаски. Колбасы, кстати, да, не пожалели. Вот колбасы прямо от души. Колбаса постоянно кучкуется в одном месте. Хотелось бы, чтобы она поравномернее все-таки была по пицце. Ну и туда ее, в духовку. Так, все, 9 минут и пробуем. Дождь сегодня шумит. Обещали сегодня вечером сильный ливень. И вот он пришел. Надо в студии звукоизолировать крышу. То есть пока дождусь ту, съем уже эту. Небольшой совет вам, даже когда вы готовите готовую пиццу, разогреваете в духовке, немножко ее поворачиваете там через какое-то время. Там вот на 9 минут я поставил, там, минутки через 4, через 5 поверните ее на 180 градусов, потому что духовка может пропекать неравномерно, чтобы у вас не было, с одной стороны там может подгореть, а с другой стороны будет сырое. Так, а это у нас пицца с пепперони. Пепперони, моцарелла, такое же тесто. Все получается, ну, по внешнему виду то же самое, тесто такое же, поэтому очень аппетитно все выглядит. Аромат пепперони, но аромат пепперони мне нравится меньше, чем аромат сыра. Вот, сыра чуть поаппетитнее. Тут, конечно, и запах здесь вот подкачал, на мой взгляд, подкачал. Поэтому внешний вид, как и то, и пятерочку, а запах, и вот из-за этого запаха пепперони, который чем-то мне не нравится, я поставлю трешку. Прям запах совсем. И колбасы довольно много, мне это радует. И тесто мне вот это больше нравится. Попробуем. А здесь уже выраженный томат. То есть томатный соус проявляется. Вот мне кажется, что здесь тесто потоньше, чем сырный. Чувствуется остринка. В пепперони сейчас начал перец проступать, проявляться. Приятная остринка. Единственное, только запах. Да, вот некоторые такой, не знаю, для меня он чисто вот какую-то нотку, есть неприятная нотка. Вот в остальном все, на мой взгляд, замечательно. Я спокойно могу наесться одной пиццей, либо такой, либо такой. Пятерку внешний вид, тройка за аромат, пятерку за вкус, четверку за цена-качество отношения. Могу вам порекомендовать купить, попробовать, оценить, насколько это вкусно. Вот, на этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на Telegram, где-то будет QR-код. На этом все. Жду вас снова в гости. Всем пока.